Загорелся на ходу. В Саратове на перекрестке Мясницкой и Соколовой вспыхнул экскаватор, который буксировали к очередному месту работы. В момент возгорания в кабине находился водитель. По его словам, техника вспыхнула за считанные секунды. Большая опасность заключалась в том, что экскаватор был заправлен дизелем практически до полного бака. Оба водителя выскочили на улицу, начали своими силами бороться с возгоранием. Однако огонь был такой силы, что справиться с ним смогли только пожарные. Замкнул там 1000 проводов этих, швангов, чуть все, там и солярка, и масло 400 литров. Пошло. И солярки где-то литров 30-40. Ну, по нас шланги сперва начали лопнуть потихоньку. Тут пламя было, знаете, какое? Не подойдешь. Не подойдешь, вообще ничего, не бабахнул колесом, когда колесом.